Не могу сказать, что у нас давно не было распаковок, но вот еще одна распаковка. Макдональдс, динозавры. В 2020 году, ну хотя сейчас 2021 на двор, но все равно, Netflix выпускает такой фильм под названием, ну, юрский период, Кэмп Кретациус. Ну, можно сказать, Кэмп, ну, в общем, ну, что-то там такое. Отдыхающий в лесу, что-то там такое. Ну, в общем, такой фильм. И в 2021 вспомнили такие макдональдские работники. Чё бы нам не выпустить забытый фильм с 2020 года. И вот они сделали. Что за игрушки? Игрушки такие... Смотрите, тут не просто... Вот что, как думаете, что это такое? Тут динозавр нарисован. Ладно, я не буду вас мучать. Сделаю скидку на ваше образование. Это пазл. Из пазла мы соберем сейчас фигурку Индоминуса Рекса. Такого вот. Ну, такой будет на картинке. Вот такой вот. Это можно как аксессуар для полки или для стола. Вот как у меня будет стоять в следующем видео. Может, когда у меня будет еще одна распаковка. Он будет тут стоять у меня. Ну, в общем, что-то такое. Ладно, давайте его откроем. Так, вот тут есть такой фон. Так, вот сам Т-рекс. Тут фон есть. Ладно, нам фон. Нам вот это пока не надо. Так, идти в сторону. Ну, вот, собственно, сам пазл. Тут нужно будет собирать это все. Так вот, наверное. Так, ну, сейчас инструкция тут где-то должна быть. Инструкция нет. Да, это инструкция, смотрите. Потом у нас получится Тираннозаврус Рекс. Так, сначала берем вот эту вот хрень. Вот, Доминуса Рекса. Потом мы ставим хвост. Только вот где хвост, я не пойму. Блин, где хвост? А, вот, хвост. Блин. Что ж такое-то? Так, мы его... Тут вот хвост. Ладно, я перекручу вам потом. Когда я соберу, я вам покажу. Ладно, давайте. Вот такой у нас получился Индоминус Рекс. Сейчас я вам его ближе покажу. Сейчас только в рамочке, чтобы он красивый был. Вот. Он в рамочке красивый стоит. Ну что я вам скажу, стоит ли его покупать или нет? Ну как вам сказать, его конечно же стоит покупать, но вам придется пройти 10 кругов ада, чтобы его собрать. Я пипец, я его один раз собрал, потом опять разобрал и собрал. Ну это жесть. Хрен поймешь, как ставить. Но вы в конце его сможете собрать, если вы будете какого-нибудь покупать. Ну что я вам скажу? Индоминус прикольный такой. Неплохой. Я бы сказал, даже крутой. Правда, вот тут закрывает вот эта нога, но все равно прикольный. Знак юрского периода. Сам он. Ну, в общем, класс. Советую. Ну, ладно, с вами был Шляпа Дода 8. Всем пока-пока.